что это такое? Сегодня я вам покажу, как работает бензоэлектронасос у Бэхи тройки. Модель не знаю, в комментариях напишу. У друга накрылся, поменяли все чики-пики. Короче, почему именно накрывается бензонасос? То есть я вам его все разбомбил. Переходим сразу к главному. То есть вот якорь. Сейчас он настроится, сейчас я вот так сейчас вам сделаю, бля. Так. Я как и вначале показывал. Блин, не, надо по-другому сделать. Все, камера снимает, короче, да, я не нажимал. Вот, видите, здесь есть белые полосочки на самих, то есть это называется коллектор. И, как скажем, это фигня, один зуб. То есть вы видите, что здесь есть белые полоски посередине. То есть это уже сам износ был. То есть здесь есть металл до определенного момента. И вы видите, какой износ был здесь. И получается, что сами щетки на вот этих белых линиях посередине уже не могут давать ток, короче, на эти катушки. Здесь на этот сердечник. Я вам сейчас покажу, именно что ток не проходит. Сейчас, сейчас камеру сломаю нафиг. Казни меня полностью. Я надеюсь, все хорошо вам видно. Мне надо вот так. Сейчас покажу вам. Вначале покажу, что ток проходит. Просто от зубок, сам зуб ток проводит. Вот. Показываю вам теперь именно на самом металле. Тоже вот ток проходит. А вот посередине, которая с белой полосочкой, я надеюсь, вы видите на самом зубе. Вот. Видите, ток не проходит. Двигаю чуть-чуть в сторону, ток проходит. Здесь не проходит. Проходит. То есть, такие полосочки есть на каждом зубе. Сейчас. Вот, соответственно, сама эта штука. То есть, вот щетка. То есть, вот щетка. Вот именно как она здесь заходит. Глубоко в эту фигнягу, как она износилась. Так, я надеюсь, вы видите. То есть здесь есть этот обратный клапан, чтобы не пропускало бензин обратно. Значит, что еще показать? Вот сам мотор. Вот здесь два полюса, магниты. То есть вот сам насос. То есть вот его фильтр. То есть он вот так стоял. Четыре штуки здесь подушки. Здесь вот я его развальцевал. Сейчас покажу, если увидите. Это сама турбинка его, короче.
Здесь вот у якоря зубы. То есть сейчас без магнита я поставлю сюда. То есть вот все, она втыкнулась. Вот даже кручу насос и видите, что крутится турбина. Хороший насосик был. Царство ему небесное. Я вам хороших дорог. Здесь вот эта самая фигняга. То есть вот и щетки вытащил. Пружинки поставил. Вот они имеют свои ловушки специально, чтобы вытаскивать щетки. Здесь внутри один желтый конденсаторчик. И вот этот обратный клапан. Чтобы бензин не шел сюда обратно. Здесь написано ВД 0,12 вольт. Здесь еще какие-то фигнюшки. Это вот такие вот пирожки. Вскрытие показало, что Чукча умер от вскрытия. Все, до свидания.